Я партнер компании. Хочу вам рассказать, как я вообще свой дом брала с помощью вот этого чудесного набора. Никаких усилий. Здесь есть замечательная варежечка, которая чистит меха. У мамы шапки. У меня пуховик с большим воротником. После зимы, вы знаете, вот эта пыль, все равно, когда вот эти дождики идут, и запах какой-то уже на мехах вот этот. Намочила варежечку, отжала. Чудесно. Туда потом просушила немножко, повешала на веревочку. Ни запаха, ничего. Он как новый. У мамы также шапочки почистила. Вот это вот варежечка замечательная. У нас нет есть. Такая замечательная варежечка. Пыль в себя собирает. Вообще изумительно. Это вот такая помощница для хозяйки. Все полочки одели на ручку ее и пошли. То есть это не тряпочка, которая раз, что-то где-то соскользнула, упала. Можно вытирать ее до бесконечности, пока она вот совсем прям уже черная не станет. Он также чудесненько ее мыльной водички мылком пошоркали хозяйственным, сполоснули, также повешали где-то, она просохла. Пользоваться можно ей, я не знаю, до бесконечности, мне кажется. Было бы только желание у хорошей хозяйки. Вот эта варежечка, про которую я вам говорила, это вот она чистит меха, вообще тоже универсально. Дубленочки, шубочки, очистить не запах, тоже так же ее сполоснули, повешали до следующего раза своего. Салфеточки замечательные. Тоже я не знаю как. Это нужно взять просто, попробовать и убедиться самому. Стекла просто вытираешь, не надо стоять, мучиться, натирать. Особенно вот это кухонное окно, которое впитывает она в себя этот же пластик, этот, у кого пластиковые окна, прекрасно не поймут. Это не надо никаких сыпать эти посыпушечки, пималюксы всякие, ферри. Намочил водичкой и пошел. Все остается на ней. Тряпочка в себя все впитывает, эта салфеточка. Она становится, цвета ужасного. Такое ощущение, что в доме никогда не убрал. Опять же, только до воды и до мыла донес ее, сполоснул, повешал, опять просушил. Да, следующего раза. На шкафах вот эти жирные налеты убирают тоже. Аж интересно становится, желание появляется. Обычно ты даже неохота как-то лезть, пока это все отшоркаешь. Жутко. Также вот эти все салфеточки в наборе, они подходят чудесно вот этой шваброчке, которая тоже у нас незаменимая помощница. Я со своим весом тоже не везде залезть могу. Это нужно что-то корячить себе, что-то подставлять. Квартира у меня больших объемов, но потолки невысокие, конечно, если люблю, или еще 3 метра, это я вообще не представляю. А это прекрасно. Открыл ее на свой рост, зафиксировал. Пожалуйста, пыль. Потолочек крутится, она, видите, в разные стороны. Плинтуса также все. Натяжные потолки изумительно все вытирает. Тоже можно, всю квартиру одной шваброй. За 20 минут можно, вытерла я его. Чистый, блестит, глянцевый. Швабра тоже очень удобная. Вот эта салфеточка снимается вот таким прекрасным. Может пользоваться даже, ребенок. Кому интересно детям помогать маме. Двухсторонняя она также. Вот этой можно до глянца натереть вообще все. У меня еще моющие обои. Сами понимаете, это же тоже нужно залазить их и тряпки вперед эти менять. Это намыл, натер. И еще от этого набора можно этой шваброчки чудесной. Одеть любую салфетку, какая у вас там, смотря поверхность. Полы вообще изумительно вытирает. Раз, намочил тоже, отжал хорошо. Внутри все, линолеум, все, что хочешь. Все отмывает. Пользуйтесь. Я его пользуюсь. Очень рада. Спасибо, что попросили. Здравствуйте, меня зовут Елена Рякова. Вот этот набор для кухни. И вот этот набор «Ультра» теперь моей незаменимой помощницы дома. С помощью этого набора я с легкостью почистила ванну без химических средств, без порошков, без гелей и прочего. Причем легко, быстро и с удовольствием ванна блестит. Вот этот вот набор я использую на кухне. Есть салфетки,
для мытья посуды, без фейри, без гели, тоже без ничего. Отлично отмывает жирные сковородки, все блестит. Полотенце. Желтое, светлое. У меня мои домашние. Тут недавно муж говорит: ой, я твое полотенце руки вытираю. Да, вытирай, что хочешь. Просто потом берешь, стираешь все это с мылом, и грязь легко отходит. Универсальная тряпочка для фасадов в кухне. Просто прошел, не надо ничего натирать, все блестит, все прекрасно. Еще салфетка для стекла. Без проблем натирает, все блестит. Не надо. Ну, не знаю, для меня раньше уборка была катастрофой, сейчас это удовольствие.